И всем привет, ребят, с вами Лего, и, в общем-то, мы продолжаем играть пространственную аномалию. Блин, я заколебался забывать это название, я почему-то всегда хочу сказать «Путь во мгле», потому что я до сих пор еще как-то остался, наверное, в том сталкере. Ну и, во-вторых, они оба похожие, очень сильно причем, реально, очень сильно. Естественно, мне написала куча подписчиков ВКонтакте с тем самым, то что, ну блин, Лего, ну вот же нычка была, ну как ее можно не заметить, вот дешифратор, давайте прочитаем. Изобретение ученых, что позволяет увидеть скрытые аномальные поля. И одиночная аномалия имеет возможность глушить слабые аномальные поля, работает на съемных аккумуляторах. До этого не тестировалось. Ну и как бы, собственно, я больше ничего-то и дальше и не знаю. Ладно, продолжаем игру. Есть комментарии такие, типа, вот, а чё ты, типа, игру сначала не пройдешь, а потом не начнешь записывать? А какой смысл тогда проходить? И уже не те эмоции будут, а так хоть можно как-то вместе там посопереживать, как бы на одной волне попроходить, а другого я смысла не вижу. Также не бомбите, допустим, вот за мою майку, начинается там, ты служил или нет, и так далее. Ну ладно, давайте, ребят, начнем. Поехали. Мракобес, какие люди, привет, животное, ты что тут забыл вообще? Это ты? Что ты здесь делаешь, придурок? Ты хоть представляешь, какую жопу ты залез? Если сейчас же уберешься с моего пути, завалю. Мне терять нечего. Смотрю, как заговорил, ну ничего, сейчас ты по-другому запоешь. Ах да, тебе привет от синдиката. Да я тебя... Интересно, нас сейчас обратно в аномалию, в дом закинет, или мы выбрались с этим дешифратором, я вот это не понял. Там было написано, нашел тайник падальщика. Что? Каким образом? То есть тайник падальщика, это заключался выход из аномальной лестницы, что ли, в предыдущей части? Если, как вы помните, мы же не могли вылезти, и постоянно блокировала меня аномалия, и вот этим дешифратором я смог выбраться 3 месяца назад, что-то интересное. Сейчас нам, наверное, расскажут, да? В чем дела-то были? О, это синдикаты. Я первый раз вижу такие модельки. Интересно. Ворон, слушай, зверь, я не просто так позвал тебя поговорить с глазу на глаз. Многие недовольны, старшей группы Шакал назначил тебя. Мракобес очень рвался занять это место, да и не только он. Будь осторожнее, кто его знает, что у него на уме. Он опасен. Спасибо за совет, но я сам решу, что надо делать. Конечно, дело твое, делай, что хочешь, просто запомни мой совет. Раз Шакал назначил тебя главным, значит, было за что, правда. Не все так считают, но думаю, что несколько хороших выполненных заказов поднимут твой авторитет. Кстати, там часовой передал по рации, что он остановки к нам направились группа сталкеров. Кто они, мы не знаем. На предупреждение свалить они не среагировали. В общем, сам реши, что с ними делать. Понял, сейчас поговорим с ними. У тебя все? Нет, еще не все. Местные не очень обрадуются, целой кучей наемников у них под боком. Без приглашения в их лагеря лучше не соваться, пока дорога нам открыта только в деревню новичков. Но ты и так об этом знаешь. Теперь все, не буду больше отнимать у тебя твое драгоценное время. Не прощаюсь, бро, увидимся. Интересно, интересно, что было 3 месяца назад. Но это же, по-моему, не сталкеры, это же бандосы. Глава 2. Без морали. Внимательно. Да чего вы до них докопались? Они даже воевать не хотят. Вон у одного ТОС, у другого Макаров, да, по-моему, и у третьего Калаш. Я так понимаю, что ты у них главный? Опустите оружие, мы просто поговорить пришли. Пока что. В смысле пока что? Наемник, ты старший? Какого хера вы забыли на кордоне? Если мне память не изменяет, наемникам запрещено соваться сюда, не так ли? Вы совсем охренели, валите отсюда пока целый. Меньше знаешь, крепче спишь. Слыхал о такой поговорке? Послушай, Синий, ты давай говори лучше по-хорошему или будет по-плохому. Это не ваша территория, и вам здесь права качать не с руки. На твоем месте я бы рассказал все сразу. Это угроза, и что вы втроем сможете сделать против целой группы? Если надо будет, завалим вас всех. Говори, что вы делаете на кордоне, меня этот разговор уже начинает доставать. А меня уже достал этот разговор, ох, и зря вы приперлись сюда. Даю последнюю возможность свалить отсюда, пока кости целы. Не указывай нам, что делать, ты продажный кусок говна. Приперлись сюда, разнюхиваете что-то, нарушаете договоренности. Еще и указывают, вздумали, это наша территория. Это вы сваливаете отсюда, жаль, а ведь... What the fuck? Это было вообще, по-моему, не смешно. Мы на кордоне же стоим. Помните, путь во мгле-то? Обалденно. Слушай, надо патроны на ТОС взять и... Опа-на. Опа-на. Это как он работает-то вообще?
Так, тоз взял, калаш взял. Патроны, гранаты. Все забрал. У этого чувака что? Смотри, сколько... А, еще один. Но мне такой не нужен. Так, и пистолет. Сколько у нас? 30 веса, нормально. Бабки взял у них, но они что-то вообще сглупили, честно. Такой бред, я бы так не делал бы на их стороне. Что у нас здесь есть вообще? АК-101 и АК-74М. Одинаковая шляпа, по сути. Там музончик играет. Их будут искать, скорее всего. Думаю, они предупредили своих, что пойдут в разведку КТП. Это светит нам проблемами. Зверь, какие будут твои дальнейшие указания? Мне сосед затрахал просто. Он... Ну ладно, что такого? Ремонт, ребят, ремонт. Дело такое. Я же не могу подойти и сказать ему, ты что долбишь? Все законно. Правда, выходной, по-моему, только до 4 он может долбить. Скорее всего, это были не люди волка. В деревне новичков все предупреждены о нашем появлении. Нужно выяснить, кто и для кого послал их сюда. И еще избавься от трупов. С этим проблем не будет, придумаем, что с ним сделать. Дальше что? Нужно выяснить, имеет ли отношение к этому инциденту волк и его брат. Оставь это поручение мне, скажу к сталкерам, постараюсь узнать что-то об этом. Я пойду с тобой, нужно переговорить с этим старым хрычом Сидоровичем. Он не должен заподозрить, что его заказ это только прикрытие. Че, к Сидоровичу пойдем, что ли? Вместе пойдем? Подожди, а зачем я понабрал вот это всякое говно-то? ТОС. О, подожди, это точно ТОС? А, да, ТОС-66, обычное ружье охотничье, да? Но здесь оно проработано более качественно и лучше. Во много раз. И патрончики с обычным калашом. У нас нету мяса? Нету. Кабановского мяса у нас нету. Сейчас мы валим к Сидоровичу, как я понял. И это старый добрый кордон. Та же самая карта. Вот мы сейчас пойдем в блокпост... А, нет, не в блокпост военных. Вот, деревня новичков, все верно. Ты где? Почему ты бежишь именно вот в таком виде, именно сбоку? Получается, каждый мод делается по-разному. Путь во мгле тоже же тут был кордон, но тут больше у нас в левой части как-то были все эпизоды игры. То есть, интересно, да, вот про историю каждого человека, так что ли, получается? Кто-то в аномалии, вот как мы сейчас застрял. Кто-то, как в путь во мгле, с бандосами там общался, раскрывал всякие секреты. И в конце-то военные какие суки подставили, но в итоге все равно завалил вертолет и стал одним из самых богатых сталкеров, и никто о нем больше не слышал. И поговаривали, что он там типа насоздавал кланы всякие, да, ну интересно, конечно. Давай, ты будешь их убивать, нет? Или они сейчас сидят? Зачем надо было на собак вообще наваливаться? Я не понял вот этого. Ты последнего добил, нет? Лё, ты где? Все, отлично, пойдем дальше. Патронов вроде не просрал, но с них вот можно плоть собирать и жарить на костре. С этих почему-то, к сожалению, нельзя. Ну, двигаем. Стозика хотел навальнуть по кому-нибудь. Просто мне кажется, он сразу кибитку должен ложить на глушняк. Особенно если в близком расстоянии просто бам-бам. У него же два курка, по идее, должно быть. Можно сразу двумя выстрелить, что просто жопа будет. А можно по очереди. И вот эти вот нереальные стуки соседа. Бам! Бам! Он такое ощущение, что какую-то шкатулку вызывает. На тему рекламы, там то, что типа заколебал иногда, я говорю в роликах, то, что в ком.de можете купить, или там в этом, как его, на G2A. Но, блин, а что такого? Я не думаю, что... Как бы противно послушать 15 секунд полезной информации. Это же не спам какой-то рекламы. Это же нормальная реклама. Наемник, я так понимаю, что вы пришли к Сидоровичу, но он не может вас принять сейчас. Подойдите ко мне, есть разговор с вашим главой. Давай, я и есть мужик, глава. Ты чё? Оружие-то спрячь. Да сорян, сорян, да, у вас тут опасно. Надо? Привет, волк. Приветствую, наемник, я так понимаю... Мое сообщение ты получил. Меня волком кличут. Скажу прямо, мы не особо рады вашему появлению. Я понимаю, заказ у Сидоровича, все такое. Но все же постарайтесь не пихать свой нос во все щели. И тебе привет, я зверь. А тот, что со мной, ворон. Спасибо за теплый прием. Что там с Сидоровичем? С ним, к сожалению, все в порядке, но только попасть к нему ты сейчас не сможешь. Дела у него какие-то. Не пускает он никого к себе. И когда же он освободится? Точно могу сказать, что не скоро. Не привык Сидорович быстро дела решать. Пойдем мы тогда, ты сообщи мне, когда он освободится, ладно? Погоди минутку, можешь в одном деле помочь? Ну, ты сначала расскажи, что за дело, а там посмотрим. Одна из наших групп на связь не выходит, боюсь, что их бандиты зажали в лагере.
Одни новички на подмогу отправить некого. Думал уже сам идти, а тут вы сходишь с напарником на подмогу. Сходить могу, но какая будет плата? Эх, наемники, забыл же, кого прошу. Ладно, будет плата, но о ней поговорим по вашему возвращению. Согласен? Согласен, куда они отправились? Так, они пошли за насыпь к одному из наших постов. Но проблема в том, что с недавних пор эта территория бандитов. Снаряжение у вас неплохое, не то, что у моих было. Да и обращаться вы с ним умеете лучше. С бандитами точно справитесь. В общем, это место в КПК я тебе отмечу. Найдешь без проблем. Понял? Отправляюсь туда. Сидорич, ты, конечно, вообще подстава еще та. Но... Ворон, я отправлюсь проверить одно из мест по просьбе Волка. Ты пока побудь в деревне, расспроси сталкеров о нашем деле. А, то есть ты меня здесь хочешь оставить, да? А, ну все верно, я один пойду. Чтобы мне пойти одному... Что-то... Есть проблемы в инструментах, я могу их добыть. Вот это было бы здорово, а то работаю как в каменном меке. Хорошо, поищу что-нибудь. Ага, ага, ага. I like it. Ага, ага. Броня плюс 10, что у нас по бабкам? Давай броню укрепим. Вес бронежилета укрепим. И химзащиту. 2000, да? Гашетку это ясно. Калашик у меня практически сделанный. Далее что? Гашетку, прочность костюма. Давай гашение. Термозащита, химзащита, термозащита. А-а-а, надо было переносимый вес плюс 10 сделать. Ёк, макарёк. Неправильно, неправильно я поступил. Суко нах. Подожди, а где сохранился? Сейчас, 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 сейчас. Все отлично. Так. Сейчас мы как сделаем? Мы закинем оружие. Что-то починить требуется? Да я вот думаю с тозиком походить. Неплохая пушка на самом деле. Так, здесь я все выкинул, что мне не надо. Подожди, а, ты только грейдишь, получается, да? Ну ладно. А, ремонт, броня. Броня 10%. Эта штука, эта штука. Переносимый вес. Химзащита. Да что такое? Прочность костюма плюс 15. Ну и ладно. Ну и ладно. Так, все ясно с тобой. Здесь... Продать ты мне ничто не сможешь, да, как я понял. Возьмем калашик. Отправимся в путь. Идти придется далеко. Вес у меня переносимый есть. Кому-то возможно... Подожди, а я никому не смогу загнать товар, да? Слушай, все вопросы к главному. Ну, главный я... Да, у него нету кнопки покупки и продажи. Это очень плохо. Ты... Слушаю тебя. Ясно, ты? Торговля. 1300. Пегаль хоть забери. Подожди, а... А что, у меня только 216 патронов к пистолету и 119 к калашу, да? Так. Что бы еще бы ему продать? Ладно, продадим пекаль. Привет, брат! Здорово, здорово, а там видно будет. Нам сейчас двинуть надо. Ой, как далеко. Подожди, а как я вообще туда смогу попасть? Помню, здесь вот был проход, здесь... Радиэйшн будет конкретное. Искать тайнички. Подожди, я же помню, где были те тайнички. Они, интересно, здесь могут же быть в том же месте или нет? Давайте посмотрим. Ну-ка. Ага. 500 тысяч тайников. Нету здесь никакого тайника. К сожалению или к счастью. Как-то так. Но здесь была, помните, дверь. Здесь по-другому немного сделали. У тебя что? У тебя можно торгануться. Но от этого смысла никакого нету. Подожди, надо фонарь включить. Время 2 часа, я еще успею. Ладно, поехали. Блин, у меня там ВВС-ка была. Там хорошее оружие были. И там у меня еще и пулемет ведь остался. Тут что? Элеватор. И аномалия разрыв. Интересно, может быть в элеваторе я что-то найду? Эти вот штуки загнать надо. Так, здесь пока все. Ай, так и знал. Тихо, тихо. Нормально, живой. То есть на дорогах даже аномалии практически те же оставили. Но немного здесь, смотрите, переделали. Это же элеватор, где мы находили на крыше тайники в путь во мгле. А здесь, получается, остановку какую-то прикопали непонятную. Элеватор это ладно, здесь могут быть враги. Так, 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 так.
Надо посмотреть, можно ли забраться куда-нибудь наверх. Фонари, слава богу, бесконечные. То есть батареек не надо. Так, здесь тоже все отлично. Сюда поставили какие-то УАЗики. Жоперы. А проход, бандиты караулили этот проход. И вот сам элеватор, где постоянно всякие замесы были. А вот я и нашел тайничок. Подожди, а как туда попасть? Как попасть-то туда? Подожди, это точно тайник или нет? Я его могу взять? Вот что самое интересное это. Ну, по идее, должен. Что, неужели не могу пролезть? Вот, здесь же пролез. Значит, и тут пролезу. Нифига это не тайник, он не ломается. Подожди, а коробка-то отходит вроде? Давайте запишемся. А что-то пусто, как бы. Никто нашел, но в нем пусто. Хорошее начало дня. Так, заберусь наверх, посмотрю, что тут может быть, и все. Пойдем дальше. Помню я эти проходы. Вот еще один тайничок. Так. Так. Может, тут что? Во. Какие-то непонятные. Ну, аптечки обычные были, да бинт. Аптечка да бинт — это не совсем круто. То, что хотелось бы реально найти. А реально найти здесь, по-моему, уже ничего не найдешь. Здесь наверху ничего нету. А-а-а! Хорошо, упал. Ладно, пойдем дальше. Перекусим. Запишемся и поехали. Я же знаю, что здесь есть проход. Меня здесь никто трогать не будет. Что, бандиты, они не смотрят, что ли, за ним? Ха, отлично тогда. Тогда вообще все на изи. Так, здесь мы пройдемся. Будет загрузка немножко. Обыскать ящик. Ящик вообще пустой. Просто пустой. Опа-на, здесь мы можем торгануться. Логово бандюган. Что такое? Держись подальше. Это территория сталкеров. Блин, я же в натуре наемник, мне нельзя ходить. Вот это лол. Вот это лол. Зашел я попродавать. Ну ладно, тогда пойду, как меня и направили, помочь ребятам. Че, наемников здесь вообще не уважают? Вообще не уважают наемников. Загрузка сталкера. Подзагрузочка наша любимая. Ну что, мы уже прям вот на развязке. Опять здесь надо будет что-то искать, да? О, убитый паря. Убитый паря. И не один. Подожди, кто-то выжил? О, господи. Вот это у вас там штуки. Ща, подожди, братан. Я тут всех полутаю. Обалдеть. Обалдеть. Два бандоса, тозики. Поможить. Да подожди ты, подка, со своим поможить. 57 рублей у одного, второго. Мне вот это вообще понравилось. Вот это, ну-ка. Обалдеть. Вообще красота. Я, наверное, буду с ним ходить. С обрезом. Че с тобой, бро? Мужик, мужик, помираю я. Дай аптечку, умоляю. Сначала дай ответы на несколько вопросов, а там я решу, дать тебе аптечку или нет. Издеваешься? Я не могу больше. Дай аптечку. Нет, я вполне серьезно. Как ты, кто такого будешь? Где группа Волка? Зохан я. А группа, она перед тобой. Бандиты нас перебили, сволочи. А меня умирать оставили. Хорошо, хоть мы из их полотряда перебили, но их больше. Взяли нас числом. Дай аптечку. Ладно, держи. Кто-нибудь, поможить. По-моему, на украинском, да? Спасибо, мужик, мне уже легче. Вот что ищешь ты здесь. Волк попросил узнать, что случилось с вашим отрядом. А так понимаю, жив остался только ты. А, нет, двоих наших бандюки утащили с собой. Я лишь слышал, как один из них сказал, что будут нужны как заложники для одного дела. Не знаю, что у бандюков было на уме, но думаю, что наши еще живы. Можно попытаться их освободить. Куда они их увели? На КППП, это северная часть кордона. Дальше уже свалка, там у этих уродов лагерь. Понял, попытаемся спасти твоих парней. Возвращайся к волку. Нет, я должен пойти с вами, а не сидеть сложа руки. Стрелять я могу, мне уже лучше. Ты возвращайся обратно, ты ранен, бою, тебе никакого толку не будет, мы и сами справимся. Ладно, верни моих парней живыми, я рассчитываю на вас. Ступай к волку и расскажи о случившемся, и мы начнем готовить штурму КПП, точнее.
контрольный пункт будем долбить. Мы готовы к штурму. Еще одна наша группа прибыла на кордон. Они возьмут участие в штурме. Ребята готовы уже на позиции. Бандюки даже не заметили ничего. В общем, группа ждет твоих указаний. Могу ли я задать вопрос? Отлично, ну давай, задавай свой вопрос. Ты уверен, что те двое стоят возможной гибелью наших ребят? Ведь сомневаюсь, что Волк предоставит нам золотые горы за них. Не уверен, но нужно чем-то жертвовать. Выполнив это задание, мы заработаем уважение и, возможно, даже доверие сталкеров с деревни. А это нам и нужно. Понял, значит, штурму быть. Как тебе такая снайперская позиция? Думаю, что подходит под твои запросы. Лучше все равно не найти. Позиция хорошая. То, что я и просил. Идеальное место, чтобы испытать мою новую винтовку. Так давай повторим твои планы. Я помогаю нашим ребятам отвлечь внимание бандитов, а ты отстреливаешь их со снайперской позиции. Все верно? Да, все верно. Начинаем штурм. Ну, поехали. Охереть. Это что такое вообще? Как это называется? Баррет М98Б. Американский. Ты шо? Пошла жара. Так, это свои наемники. Да, держи. Один дом попер. Минус один. Работаем, работаем. Кто там, я не вижу, парни. Не вижу, но штурм идет. Вот это я понимаю, вот это миссии. Не отрываться. А, не попал. Ну че же я такой лошок-то? Не заходим, не заходим. Там один или двое их остались. Ой, как хорошо взрывается это все. Одни гренки летают. Может, из окошка где-нибудь покажешь? О, вышел, 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 вышел. На, держи в спину. Я думаю, это был хороший выстрел. Так. Что там, их только двое, что ли? А, принести инструменты... Нет, у меня, к сожалению, здесь не до инструментов. Уничтожить бандитов. Нужно уничтожить бандитов, чтобы спасти пленных сталкеров. Не стоим на месте. Не стоим на месте. Я иду к вам помогать. Потому что вы что-то не хотите двигаться вперед. Не подставляться. Не ссы, бро. Что такое? Что случилось? Кому-то... Да кому тут плохо-то? Я не вижу. А, вот. Что с тобой? Ты кто? Ты ранули меня, пацаны! Шурик Хроник, бандит. Шурик Хроник, ты чего? Да подвинься ты, что толкаешься-то? Эх, подтягиваемся! Все, всех завалили, да? Отлично. На изи просто съесть, бинты забрать. Забираем все. Аптечки, патроны, шмантроны. Всю херню. Прах, блин, к праху. Во. Обыскать труп. Почему не работает? Во. Так, ну у меня перевес сейчас будет. Наши чуваки, здорово. Мужик, спасибо тебе огромное. Да не за что, вставайте. Как мог, так смог, как говорится. Разрядить, разрядить тосики наши. Патросики. Так, я не знаю, кому. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Да все убрал. Мужики, если бы не ваша группа, в общем, я и енот очень благодарны вам. Хорошо, что все вот так обошлось. Вот кто такие будете, зачем жизнью рисковали? Наемники, мы встретили Зохана, и он рассказал о вашем заключении. Вообще, мы от Волка. Это он на ваш поиск нас отправил. Зохан жив, слава богу, а то я думал, что эти сволочи его убили. Я очень этому рад. У меня такой вопрос. Вы куда сейчас отправляетесь? Да не переживай, сначала сопроводим вас с другом к базе, потом и предложим свой путь. Отлично. А то они наше снаряжение отобрали, а без него опасно возвращаться. Ну так что, пошли? Погоди минутку, с напарником своим переговорю. Что делать будем? Мы взяли КПП, ребята будут удерживать его, пока мы, вернее, ты не решишь, что с ним делать. Теперь можем возвращаться обратно. Как там сталкеры, они смогут идти? Они в порядке, слушай, мою винтовку отрегулировать нужно. Как вернемся в деревню, отнеси ее технику, пусть посмотрит, что можно сделать. Понял, тогда отправляемся обратно в деревню. А, да, пошли обратно. Я что там, хлам был, по идее, смысла его нет забирать. Все равно все можно так решить. Что у нас? Ох ты, ё-моё. Ох ты ж, ё-моё. Так, а эта Акашка неплохая Акашка оказывается, а это лучше? Нет, не лучше. Фига себе, АКС-74У.
бодренькая штука. Чик, чик, чик. И что еще было здесь? Мне нужно все эти стволы-то напродавать как-то. Ну что там, Сидорич-то? Отлично сработано, парни. Зохан мне обо всем рассказал. Вы его спасли, и наших парней Жемыви вернули. Не ожидал, что вы пойдете освобождать моих людей. Я даже группу собрал, чтобы наших эсмен освободить. Но вы оказались быстрее нас. Не стоит благодарностей. Нет, стоит. Обычно парням из вашей группировки плевать на судьбу других. Но не тебе. Кстати, я связался с Сидоричем, и он готов вас принять. Понял, тогда пойду к Сидору. 7500. Погоди, по поводу твоей награды. Держи за работу, хоть и сумма маленькая, но вместе с артефактом неплохо. Как на меня. Спасибо на помощь тебе и твоим парням. Понял, пойду тогда. Что за артефакт? Отлично. Вес плюс 4 килограмма, радиация плюс 1. Опасно, что радиация плюс 1. А на остальное вроде нормально. Ну, сейчас привет. С Сидоричем надо побазарить, может... Тап, тап, тарап, тап, тап, та, ла, 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 ла. За это могут забанить жестко. Та-тара. Цуко, цука. Это оказывается, блин. Ай, лол, это не музыка, это общая громкость. Давайте я пока уберу полностью громкость. Придется пока таким вот способом. Блин, сейчас будет заставка какая-нибудь, он будет говорить, да? Отлично, просто бог, бог, отец и бог, как говорится. Тап, а нет, он, по идее, больше-то ничего такого хорошего-то нам и не рассказал. Здорово, наемник, перейдем сразу к делу. Так сказать, вас, наверное, оповестили, что вас я нанял на один заказ. За свою торговлю врагов я успел нажить немало, да и других дел у меня хватает. Сперва давай поговорим о правилах вашего пребывания на кордоне. Итак, на базу за насыпью не идти. У валерьяна аллергии, на таких, как ты, никаких дел за моей спиной не решать. Я этого очень сильно не люблю. О наших с вами делах никому не говорить. Я понятно объяснил? А ты, я вижу, соответствуешь тому, что я о тебе слышал. Твои правила я понял, теперь слушай мои. Правда, правило у меня одно. Каждое задание оплачивается сразу же после выполнения, без задержки, это понятно? Да, если мы все уяснили, то можно перейти к вашему первому заказу. В общем, заходил ко мне парень недавно, хотел продать довольно интересную информацию. Но цену заломал он, за нее очень большую. Она таких денег не стоит. Кличка у этого парня Клим, информация это у него на флешке, он ее всегда с собой носит. Твое задание эту флешку у него забрать, парня убить и вернуться ко мне. Что он из себя представляет? Снаряжение у него серьезное? Нет, простой выскочка. Еще вздумал со мной шутки шутить. Я этого не прощаю. На момент нашей встречи у него был обрез. Не сомневаюсь, что он успел его сменить на что-то более стоящее. Друзья у этого Клима есть, а может своя группа? Ошивается он один. Сомневаюсь, что с таким вообще поведется кто-то. Я таких сразу вижу насквозь. Где он сейчас может быть? С этим немного труднее. Я не знаю, куда он отправился, но у меня идея одна есть. Я тебе дам маяк, ты его установишь, где я скажу, и тогда смогу определить его место пребывания. Понял, вопросов больше нет. Давай свой маяк. Пойду я. Слушай, вот да, как бы... Подожди, это что за куртка? Кожаный плащ? Что? Зачем он мне нахрен нужен, этот кожаный плащ? Тап-тап. Тап-тарап-тап-тап-тап. Пистолеты мы все продаем. Это тоже продаем. Вот это тоже продадим. Колбаски продадим. Консервы, хлебушек. Вот так вот оставим. Бутылки продадим. Так, на калашек мы оставим. Это продадим. Это продадим. Это вообще на чё? Патроны 7.6. Советский автомат. Патрон калибра. Простая цельнометаллическая пуля. Вот это мне вообще такие патроны крутые не нужны. Это тоже не нужны. Это что такое? Это радиомаяк, который мы должны подсунуть. Понял. Продаю. Далее что? Ну все, я пойду. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что поговорили. Что все у нас было отлично. Куда мне остальное стрёмное оружие это девать? Никто не знает. Тап-тарап-тап-тап-тап. Тап-тарап-тап-тап. Слушаю тебя. Да все нормально, братиш. Так. Так вот надо сделать, да? А почему он калаш-то у меня не купил? Что за бред? Куда мне все девать? Здесь никто не хочет ничего покупать. Да не балую я. Здесь чувак вот этот, который ремонтирует оружие, модифицирует их, он должен покупать всякое говно. Но он не хочет их покупать. Поэтому мы немножко пошалим с Калашевичем. А с Калашевичем мы пошалить не можем. Отдачу только, емкость магазина плюс 15 сделаем. Вот так. И следующее, видите, не открывается то, что мы должны ему принести хорошие эти штуки. Ну ладно, пойду с этими... Херними, как говорится. Если будет шанс кому-то продать, продам. Не будет, выкину.
Куда мне вот столько носить? Так, ты говоришь, маяк надо куда-то поставить. Маяк — не вопрос. Время 5 часов. Сколько у нас? Вес 39 из 60. Все пока идет по плану. Мы, кстати, можем вытащить такую вот штуку. Может быть, где-то что-то запищит. Вдруг... У нас же есть один слот. Подожди. А, я пока не поставил на перенос. Потому что радиацию... Потому что радиация есть очень немаленькая. Так, это за элеватором? О, это прям возле на ЖД путях. Вот на кордоне стало уже повеселее. Так, у нас с хавчиком все в порядке. Нету, кстати, попить какой-нибудь этой колки. Точнее, энергетика. Ладно, без него дойдем. Подожди, ну здесь радиация же будет 100%. Здесь все должно быть перекрыто. О, УАЗик. И УАЗик-то новенький, смотрите. Ох, какой хорошенький. Непокоцанный, кто-то не доехал. Но у него с колесом что-то беда случилась с правым. Так все нормально. Так. Я не понял, я должен наверх забраться, да? Маяк установить на самую верхнюю точку? Подожди-ка. А я смогу? Вот так вот. Да. А дальше? Вот так смогу? Отлично! Да я просто царь. Установить радиомаяк. О, такая штука прикольная. Маяк заработал. Жди, сейчас попробую найти сигнал КПК Клима. Как только найду, сообщу тебе. Понял. Не дурак. ЖД мост. А я пока похожу по мостику. Может быть, что будет здесь? Здесь... Наемник, я засек его недалеко от тебя. Сними еще один неизвестный сигнал. Сейчас передам координаты этого маяка. Где? Вообще не в той стороне. Где-то там. Тозик мой, обрезик, где ты? Во. Почему я по одному по хребту попал, он сдох, а этот жив. Да? Держи. Подожди, меня в аномальной зоне научили хавать мясо собак. Где ты там? Ой. Куда вы убегаете-то? Овчарки вы подлые. Держи. Держи. Изи ваншот. Аншот, ваншот. А вы что думали, я с вами шутки здесь шутить собрался? Нормально же общались. Так, а что здесь кто-то лежал? Ага, сундук пустой. Конечно же, на улице, представляете, в сталкере будет сундук. Ну-ну-ну-ну. Я вам поверил. Ну где вы, уроды? Почему они опять туда вернулись? Мы же только что там, грубо говоря, были. Зачем они пошли обратно туда? Трупы, что ли, почищать? Или что не так-то? Понять не могу. В чем проблема? Вот они сидят. Они разговаривать будут? Здорово. Дуболом. Опа, наемник, а ты что здесь делаешь? Могу задать тебе тот же вопрос. Ты здесь что делаешь? Я, ну что ж, я на охоте. Я тварь одну выследить пытаюсь. Я за этой псиной от агропрома слежу. Никак прихлопнуть не могу. Тварь опасна, но заказ, что я у ученых в инвентаре взял, нужно выполнять. Сама себе она хвост не отрежет. В общем, подошел я к поляне этой, а она труп хавает, и только ведь меня заметила. Сволочь такая, сразу же убежала. Сталкера жаль, так глупо умер. Я искал этого сталкера, ты обыскивал его тело? Обыскивал, но пока ничего из его хлама не забирал. Да и брать там особо нечего. Вот стою, примерную точку маршрута псина определить пытаюсь. У парня при себе была флешка? А я вижу, ты тоже не просто так сталкера ты искал. Но я спешу тебя огорчить, при нем ничего подобного не было. Но есть вероятность того, что тварь проглотила ее вместе с частью кармана и ноги. Раз других вариантов пока нет, то предлагаю найти и прихлопнуть эту тварь. Ладно, но ты это уточни, что за мутант хотя бы. Да пси-собака, черт бы ее побрал. Только учти, ее хвост к тебе не отдам. Он мой, остальное делай, что хочешь. По рукам, наемник? По рукам, пошли. Лол, да угораете, что ли? У бедолаги просто сожрали ногу. Отлично. Это что за калашик? АКС-74. Мы разрядим, патроны заберем. А калаш мне не нужен. Зато 200 рубликов дали. Па-па-па-па-па-па-па. Нет, ну вот здесь, конечно, путь в Англии куда бодрее. Графон, это же тени Чернобыля, по-моему, да? Такая туманность, классная. Я не собираюсь покидать локацию. Я и тоже не говорил, что я собирался покидать локацию. Если он ходит кривыми путями, что я могу поделать? Если он такой гад и бегает еле-еле. Сталкер, ты бы мог бы как-нибудь побыстрее, что ли?
чап-чап. Кстати, у меня скоро нахлобучка на микрофон приедет, и вот этой штуки не будет. Поп-фильтра. Думаю, так будет намного прикольнее. А во, мы опять тут проходим. Следочки-то свежие. Значит, псина где-то рядом. Наемник, смотри в оба. Если, конечно, не хочешь стать обедом. Смотри в оба, пси-собака. Фига себе, пси-собака. Ой. Я так понял, они еще и телепортируются. Особый заказ. Флешка Клима. Фух, живучая падла попалась. Теперь смогу сдать заказ ученому, а ты как нашел свою флешку? Да, ты оказался прав. Тварь сожрала ее. Хорошо, что она ее переварить не успела. Долго ей переваривать флешку пришлось бы. Думаю, что она и повредить ее не успела. Ладно, настал час нам расходиться. Мне еще на янтарь топать нужно. Бывай, наемник, спасибо за помощь. И тебе не хворать. Крутяк, а. Флешку мы сейчас вернем Сидоровичу. И, наверное, на этом закончим, что ли. Так, я, в принципе, здесь как спортсмен должен добежать. Ничего здесь сложного не будет. Именно вот пространственная аномалия, она какая-то в этом плане пошустрее, может быть. Ну, хотя, не уверен. Может быть, ребят, все это выбросить? Зачем нам опять с добром ходить непонятным? Мне почему-то кажется, лучше выбросить, быстрее бегать буду. Можем вот так вот еще поставить. 64 вес. Ну а куда мне девать? Да и тем более копейки все это будет стоить. Если что, сюда придем. Всегда знаем, куда прийти. Этот автомат вообще зачетный. В смысле, он сделанный. Вот и все. 18 килограмм. Можно бегать бесконечным. Смотрите, меня даже собака не догонит. Я на спринтах просто удушил и все. У меня 25% на обрезе. Ну с обреза я вообще бом-бом. И на... Калашек. Сколько у меня? 256. Очень много. Очень. Смотрите, бег не кончается, о чем я и говорил. Я лучше буду быстро бегать, чем вот так вот перебежками ходить, таскать эту хрень ненужную. Потому что, как вы знаете, я уже практически сейчас третий сталкер пройду. И я так и не понял. На начальном этапе тяжело, да. Но потом, потихоньку, когда у тебя есть 11 тысяч, ты просто можешь закупать патрончики и решать вопрос. И аптечечек. Аптечек у меня 6, бинтов 15. Еда есть. Антидоты тоже есть. Как раз сейчас уже потемнело. А Рататира опять заходим мы к нему. Заходим. Я просто один раз сталкер выпустил, а он говорит: извини, чувак, мы не можем тебе на ютубе его показать, потому что в нем есть музыка. Я такой думаю, окей. Да, принес я флешку. Отлично, давай ее сюда. Можешь не рассказывать мне, какой ценой ты ее достал. В общем, подробности меня не особо интересуют. Ответ на главный вопрос. Это доходяга мертв? Держи флешку. Насчет ее хозяина не переживай, он тебя не беспокоит больше. Это хорошо, что взяли моду со мной шутки шутить. Ладно, оставим болтовню. Пока можешь быть свободен. Я позже пришлю сообщение о следующем задании. Пришло время тебе выполнить мою часть правил. Заплатить за выполненную работу. Радиация меня жрет. Что за хрень? Идите нахрен со своим... Фу, вот это жестко. Ворон, пока оставайся в деревне, попробуй хоть что-то узнать о наших недавних гостях. Твоя помощь в данный момент не требуется. Зверь, у меня к тебе разговор один появился, загляни ко мне. Да подожди, я у Сидоровича, наверное, аптек сейчас куплю. Мне что-то здесь плохо. Ага, были бы у него эти аптеки. Патрончиков тогда возьму на обрез. 20 где-то. И что, взять... дожди, а вот это вот... АКМС. Нифига себе АКМС-ка. Я бы с ней походил. Но мне, как говорится, мне и на эту хватит. Давай купим патриков чуть-чуть, бронебойных. Еще, наверное, возьмем патриков. Где они есть? Так, ну и обычных возьмем, 60. Все, до встречи. Запись. Выходим на улицу. И прибавляем громкость. Теперь можно достать оружие. Так, теперь достанем оружие. С кем он хотел поговорить-то? Со мной? Ну, привет. Здорово. Так, давай поговорим. Подожди, а вниз нужно спускаться? Вот сюда. Ну, расповедай.
Зохан, вернулись все-таки. Спасибо, что парней с того света вытащил. Долго их бандиты все равно не держали бы. И за птичку отдельное спасибо. Ты мне жизнь спас. Сложно было уложить тех сволочей. Обыденное дело для нас. Привык я к таким стычкам уже. Жаль, что вы раньше не подошли. Спасли бы еще несколько жизней. Ну ладно. На то, что ты мою шкуру спас, еще и парней живым привел, дам тебе кое-что. Вот, держи. Артефакт. Нашел его на свалке. Раньше подобного не встречал. Сначала хотел Сидоровичу продать, но лучше тебе отдам. Ну спасибо, если будет нужна помощь, то ты знаешь, где меня найти. Бенгальский, мне какую-то жару там дали. Блять, электрозащита плюс 3, радиация плюс 1. Радиация тоже плюс 1. Мне не нужны артефакты с радиациями, заколебали. Привет, дружище, с чем пожаловал-то? Ты чего-то хотел? Да, зверь, есть один разговор к тебе. Но сначала пообещай, что не расскажешь никому о том, что я тебе сейчас поеду. Идет? Ладно, я никому не расскажу об этом. Что там у тебя? Мы ведь не бандитов напороли, совершенно случайно. Обычно они дальше перевернутого Запорожца не ходят. Я вот к чему клоню? Что-то им на том месте нужно было. Мы просто оказались у них на пути. Да и вели они себя как-то странно. Я видел, как в бою один из них уронил старую тетрадку, а потом выстрел в глазах потемнело. Когда очухался, тебя увидел. Дальше, видимо, они взяли пленных и ушли, понимаешь? Куда бы они ни направлялись, дойти до цели им не удалось. Ну и что ты предлагаешь? Сходи на место еще раз, обыщи там все, может найдешь что-нибудь. Нутром чую, неспроста они там лазили. За оплату не переживай, долгу не останусь, ты же меня знаешь. Ладно, пойду посмотрю, что там. И лягу поспать. Мне, пожалуйста, до 9 утра. Ну что, ребят, а мы тем временем закончим серию и продолжим следующей. Развязка и эпик только начинается. Все становится интереснее и интересней. Всем пока-пока.